И снова всем привет, дорогие друзья, с вами я, и сегодня я решил опять поиграть с Карим. Да, ну и что я тут сделал? Так, там куча чуваков, я по карте вижу. И там, по-моему, они крутые, я хочу с ними поиграть. Давайте поиграем с ними быстро, и с луком. Видите, пусть сражаются, я тут громилу буду косить в него. А, нет, нет, не бей меня, не бей меня. Давайте сохранимся. Там, говоря, банды много снесли, так что сейчас мы пламем. Воспламеняйтесь, воспламеняйтесь! Да, разбойник. Стоп, я думал, он меня убил уже до этого. И тогда. Так, какая неожиданность. Бежим, 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 бежим. Бежим, бежим, бежим. Тогда меч теперь. Мри. Мри. Да вот тут вот больше этого ничего не умеет. А, он горит, он горит, он горит, он горит. Вон там еще. Там еще один, там еще один, там еще один. Там еще один, там еще один, там еще один. Громила! Ебать ты громила! Нет, он же громила. Как я его победил? Он громила. Теперь тактика прыжков не работает, потому что я лечусь. Меч фиговый, так. Бежим. Сейчас тебя кулачком. Квак, квак. Смотри, смотри. Кулачный бой, да, все, и все, это все, что я могу, прикинь. Ой-ой-ой, да ты. Прям громила, громилисты. Пламя. Вот это все, что я могу. А ты тоже вроде какой-то слабенький, да? Как жизнь? У меня тут мана кончается, просто понимаешь? Магия там. Мэджик! Ты уже умрешь или нет? Я тебя могу рукой добить. Могу тебя по-разному убить. Просто мне грустно будет от этого. Я остаюсь! Да я знаю, ты все равно меня убьешь. Ага, встал, чтобы меня добить. Ну, если вы думали, что это я жестокий, то не думайте, что я жестокий, просто это он всегда, если его добиваешь почти, то люди вот так вот ложатся и говорят, не бей меня. Носит 10 единиц урона огнём. Продолженный несут дополнительный. Я бы взял, если бы у меня было место. Вон, у нас то золото было. И я, кстати, за сегодня хочу купить дом, успеть. Так что вот, так, мы хотели вон туда, да, сходить. Я специально нашел это место и начал снимать, да. Все, пошлите, кстати, я перенастроил микрофон. Нужен ключ. Ну, я думал, я думал, что не нужен ключ. Я так надеялся. Главарь, нету. У тебя нету. У тебя не будет. Ни у кого нет ключа. Тогда пошлите вон тут башню, я по карте вижу. Ее сейчас ограбим. Ну, может, в ней есть ключ, кто знает. Лисица. Что у тебя было? Иди сюда. Так, шкура. Возьмем. Из нее потом можно что-нибудь сварить. Алхимическое. Угу. Так, ладно, куда бы нам пойти? Ну не знаю, если вот мы сейчас не находим башню вот эту. Ну, либо как-то я не смогу залезть туда, то мы бежим сразу в город, покупать себе дом, вступать там в какую-то лигу воров. Я чуть-чуть посмотрел, там мне еще сказал друг, что лига воров все-таки будем воровать в городе. Не, ну этим тоже я, наверное, надеялся заняться, если честно. Да. Но первым делом тут все обыщем, все пещеры тут обходим. Ну и вон туда, вот обязательно там какая-то фигня. Вау. Вот как я надеялся, что эти чуваки из этого замка. Потому что если сейчас мне бить всех тут, то это будет долго, тупо и
Меня могут выносить тоже. О. Здравствуй. Фу. Какой ты слабый. Плохое ты выбираешь время, чтобы заблудиться. Я не заблуждаюсь. Просто вы тут тупые. Убежали. Живой нет. Ты меня еще стрелять намерен. Может, у меня просто лук очень хороший такой. Но нет, это, скорее всего, они слабые. Очень. В такой степени слабые. Ну да. Фигня, фигня, ленина, отмычка. Отмычка надо. Да, лук на 9 дамага, но... У них вроде броня, как у всех. Почему они такие слабые? Ну тогда пошлите в их замок, если они не отличаются жизненной ситуацией. Ну нет, скорее жизнями не отличаются. Вау. Это стальной меч. Да, не знаю, зачем я это говорю. Изготовление легкое брони. Вот, кузнечное дело повышается. Перевернем. Виды легкой брони, металлическая. Вернее всего, бороться с теплом. Если удар молотка придется против зерна, вся броня может расколоться. Главный материал для нее это малахит. То есть нужно добыть и лунную руду. Ладно, возьмем эту книжку. Пригодится, да? Суть хорош. Здравствуйте! Я вас не хотела обижать. Кузнеца. Вы не можете... Ну, блин, я в бою. Ты хочешь PvP-шку, да? Что? 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 Что ты из меня так хочешь? Умри. Огр. Орк-охотник. Опять у него ничего не было. Отмычка, очень много еды. Я бы сказал, железные стрелы, лук и кинжал на 7 дамага. Да, ладно, так, что у нас тут? Мешок, мешок муки. Каледус, Малхулус. А тут что? Тут, короче, они еду изготавливали. Из волков там, из всяких таких. Да, так. Значит, кузница. Что мы можем приготовить в кузнице? Желеная, клепанная, имперская. То есть мы уже можем сделать имперское что-то, да? Ну, круто, я бы не отказался сделать что-то. Имперское, стальное, кожаное, драгоценности. Ну, да, драгоценности я мог делать и до этого. Стройматериал, костяное. Вау. С наплечниками. Стражи. Прикольно, мы уже подрастянулись. Сейчас мы еще зайдем в навыки наши, чтобы посмотреть, что у нас там с... Ну, это как бы навыки, если вы не знаете. Тут красноречие, карманные кражи, алхимия, взлом, легкая броня, стрельба, одноружное, двуоружное оружие, блокирование, тяжелая броня. И вот, моя любимая. Кузнечное дело. И оно не качается. Вот почему-то тут зачарователь качается. Это все качается. Ну, ладно. Пока что у нас нету уровня на это. И плюс он ничего не сделает мне. Даже если бы у меня был уровень. Да, печально. Давайте куда-нибудь пойдем. Вот сюда, например. Плохое ты выбираешь время, чтобы... Как я тебя понимаю? Тут такое плохое время наступило. Если вы на меня все пойдете, я, может быть, умру. А вы не друг друга рубите? По-моему, друг друга. Ой-ой-ой, это же меня сейчас убьет. Да как? Крит я тебе нанес. Да, все, ничего. Вот у этого был очень сильный меч на 20. Он имел шанс меня убить, а тут у нас что, яблочки? Лечение. Я попозырю.
взять мясо плота. Нет, извините, не надо. Лук. Может, он просто с лука легче убивается? Да! Или просто это из-за того, что он охотник. Ладно. Так, ну у них тут еды, как я понимаю, они любят пить, любят выпивать, любят есть. Ну, а так-то больше они не сильно ничего не любят. Тут спуск. Обожаю эпичные спуски, да. Погнали туда. Железные сапоги? Нет. Стул. Буфет. Посмотрим вас. Рулон бумаги, солома, чугунный кувшин. Зачем мне? И деревянный меч, который урон 2, вес 300. Смерти ужас. Зачем сюда? О, эльфийские перчатки. Ну не, они все равно хуже моего всего. Я тупо откосил, испорченные книги. Тут лечение, а тут крохотный камень душ. И еще там какой-то камень душ. Так, а тебя... Во, тебя можно открыть. Нет, ученик. Нет! Больно-то как. Даже мне больно, когда она ломается. Все. Открыли. Так, и теперь вошли. Да. Ну, где мы вышли? Мы сюда же вышли, да? Ну, ладно. Похоже, наоборот, надо было оттуда идти сюда. А мы отсюда пошли туда. Да, это немножко противоречит друг другу. Ну, ладно. Богатая одежда. Стрел. Лук и зелье запасы сил, но она чуть-чуть слабенькая. Пустая бочка. Вот это вот я не смогу сделать, потому что это эксперт. И тут ломаются отмычки, как не знаю где. Тут надо так подобрать место, чтобы прямо... Йос! Я открыл эксперта! Кнопка. Бочка. Ягоды. Я сейчас найду большое богатство. Вот большое. И тут будет что-нибудь опасное. Маленький и крохотный. Камни душ. Камни душ, если вы не знаете, это... Ну, такая фигнюшка, которой заряжает, скажем, вот мой меч. Да? Я вот так вот ударю. Нет, ничего не появилось. Короче, у него есть своя... Броня. Ну не броня, он если зачарованный, то... Кто-то стучится? Нет? Ну ладно, никто не стучится. Он если зачарованный, то у него есть мощность. То есть он не может быть вечно зачарованный. То есть, тут они не ломаются, и без этого надо, чтобы они были хорошие, там, зачарованные. А так они зачарованные. Я его зачаровал. То есть, и теперь у него есть мощность. Когда эта мощность кончится, можно будет зарядить, либо ничего не делать. То есть, если бы надо было постоянно заряжать, я бы просто не чаровал. Потому что это не очень, я бываю постоянно в походах каких-то. Тут ничего нету. Да, пустой мешок. Так, тут. И тут все, сундук. Щит, зелье силы, золото, меткость. Да? Я перегрузился. Я слишком много набрал. У меня ровно 130 из 130, то есть мне надо выложить какие-то вещи. Во шлем. И щит. А так-то у меня... Ну да, у меня сейчас броня клинков, которую мне дали клинки. Что? Спасибо. Что вы постоянно мне это подсказываете. А теперь взять обломки молитвы... Бегуниса? Бритвы? Обломки бритвы Бегуниса? Ай! Больно. Зачем мне обломки бритвы Бегуниса? Не понял.
что должно было открыть? Ой! Ой, как больно. Реально больно. Адепт. Нет, сломалась. Так, сейчас. Да, пришел. Надо еще чуть-чуть в бок. Нет, тогда вот в этот бок. Ну что такое? Я сейчас все отмычки потеряю. Все. Открыто 77. Свиток, ну... Свиток это так, что-то такое. Что можно активировать, но я это не активирую, потому что нам не надо. И что вот, если я сюда что-нибудь выкину, то тут что-то активируется и что-то будет, да? Вот с рубином вам за 500. Ладно, она и не туда прямо падает, так что я не могу тут больше ничего сделать и ухожу. Да, осмок. Были мы тут. Так, жизнь. А, ну да, это я бросал. Так что все, наверное, пора отсюда уходить. Угу. Ну и, конечно же, не просто уходить, а телепортироваться в город, где мы будем покупать дом и, конечно же, грабить людей. Да, мы обожаю грабить людей вообще. Вот именно в Скайриме это как-то прикольно, что ты можешь его обокрасть. Но в то же время ты не всегда можешь его обокрасть. Ой-ой-ой! Не-не-не, это не пустяк! Я столько потерял, блин. Сейчас мы возродимся, и мы бух всех их бьем. А, ну я уже тут сохранился, да, потому что вышел из двери. И сейчас, по идее, мне надо перед этой дверью сохранять игру. Так, сейчас. Буга-буга-буга. Клинок ищет. Видали мы. Нет, он убил. Он меня убил. Архон, сражайся, я буду за тебя. Давай, так, новый план, так, все, новый план. Ну, пойди, опять архонт. Только теперь лук. Я у архонта как такая подсадная. Там сундук, он крутой вроде. Нет! Архонт, бей его. О, тут же стол есть. Ай-яй. Бей его, архонт. Ты что? Нет. Ладно, так. Опять новый план. Но тот же с архонтом, так что все должно быть супер. Ски. Да. Я только что проверил микрофон, у меня все нормально. Значит, архонт. Открываю. Закрываю. Бегу. Ай-яй-яй. Теперь берем пламя. И жгем его. Ай-яй-яй, тут все сожгло. Просто царапина ему. А ему это просто царапина, видите? Так, тихо. Это интеллектуальный бой! Я! Неудачный у тебя удар. Чувак. Давайте сейчас быстро в предметы войдем в зелье. Само дерево увеличим. Нет. Зелье магии. Хм. 25 запасы сил, 25 здоровья. Ну, давайте еще вот этих. Два зелья магии. И жгем его! Ой-ой, он меня ударил.
Ты как посмел, грешный, ударить меня? Вот я там на бочке застреваю. Гори, тварь. Ёй, где он? Где он? Как он? Ты сгоришь. Как? Весьма неплохо. Весьма? Он меня убил. Я не знаю, как это получилось, но сейчас нам надо призвать Архонта. Уже вот сюда. Чтоб он тут стоял. Коко. Клинок ищу, вот именно. Только на этот раз мы возьмем что-нибудь другое, скажем. Ну, наверное, лук. Не-не-не, он убил моего Архонта. Да, вот. Когда я с него в лук стреляю, как бы, то он меня убивает. Да? Все поняли, что он меня убивает уже. Так. Вот тут вот залезли. И он убежал. Понял, что... Понял, наверное, что он... Я ему не по зубам. Так, надо... Тогда он на тот конец. Нет! Ты почти меня дорубил, сильный, мужественный воин. Гунзул. Ты Гунзул. Ух ты, Гунзул. Тихо. Бежим! Давай! Ладно, у нас ничего не получилось. Эта серия будет немножко долгая. Так. Есть вот такой вот, но он очень слабый какой-то. 26 урона всего. Посох ледяных шипов. Давайте попробуем посох этот. Что он нам даст? Да, мы его ударили. Давай, бежим. Так, тихо. Тихо. Убиваем его. Нет. Даже вроде... Нет, посох не очень. Не очень. Так, ладно. Что-то новенькое там ходит. И посох. У меня один посох. Нет, вот он. Здесь он ниже 4 уровня, потому что у меня посох только. Тихо. Да давай. Он, видите, это полосочка, это он трясется. Все, значит, берем пламя. Нет, берем Архонта. Ладно, так. Назад. Бежим. Прыжок. Ох, я застрял. Yes. Победа. Над Гунзулом. Победа. Оказалось поражением. Блин, да. Я не смогу вот так вот. Именно, что постоянно влезать, бить его и опять залезать. Ой, он понял, что он может меня добить, пока я лечусь. Ладно, лук. Сейчас мы с лука тебя завалим. Гамзон. Ура! Фан. Так, надо выйти. Убегай! Бежал? Нет!
Нет, Гунзул, только не ты. Я потерплю поражение от кого угодно, только не от тебя. Пламя. Не-не-не. Сейчас вот умирать нельзя. Понимаете это? Нет! Тут все. А нет, тут не конец еще. Бежим. Нет! Последний удар! За мной будет Гонзол. Вот тут хорошее место, чтобы вот так вот побегать от Гонзола. Куда ты пойдешь, Гонзол? Сейчас тогда лук. Гуля-гуля, ты где? Путя-путя. Я вроде спрятался. А, так ты завис! Нет, только нет. Обратно соединить нужно, нет. Он опять ушел куда-то. А, ну он там будет как бы. Что он вон впереди. Я вроде спрятался. Так, нашел. Так не получается его ударить. И что это? Нет! Давай, все, умирай! Да, наконец-то. Ты еще подняться мог. Ты же не просил меня о пощаде, как те люди. Вот, у него было 208 золота. Ключ от хранилища. Бивня, короче. Броня. Вау, какой крутой шлем. Я возьму его. И эти перчатки возьму. И эти ботинки возьму. У него все было круче моего. Ну, молот не очень, но хороший. Как бы. Я уже переполнен. Извините меня за то, что я так долго его убиваю. Потому что, ну, по-другому никак было. Его убить. Вот. А, ну да, это же одежда. Так. Вот это возьмем. Вот это можно выкинуть, я думаю. Она не так уж и много стоит. Во-во-во. С бриллиантом она стоит очень много. Так, с изумрудом. Шлем вот этот. Вот эти ботиночки. Вот эти ботиночки. Вот это выкинем. Это выкинем. Ну и все. Да. Шлем выкинем. Все, теперь посмотрим на нас. Вот мы такие же, как он почти. Только намного круче, потому что мы убили главаря орков. Ну не знаю, может они его просто тут держали, чтобы он их не поколотил. Щит. Прямо хороший щит. Но он большой, так что я не буду. Микстура кузнеца. В течение 30 секунд, бла-бла-бла. Если противник умирает в течение 5 секунд, заполняет камень душ. Не очень мне понравилось. А то увеличивает магию нормально. Ну, заберем вот этот, я думаю. Он меня не переполнит. Но ради вот этого вот было столько сражений. Тут пусто. Ну да, поднимемся сейчас еще наверх и посмотрим, что наверху кодекс какой-то. Так, ну что, наверх? Скорим. Скорим! Да, тут тоже не сильно много чего есть. Но мы нашли ключ в какую-то комнату. А может, ключ там и был? А хотя нет, я уже туда не пойду. Ну, что мы еще сегодня будем делать? Мы вот бежим и телепортируемся. Куда? В Вайтран. Драконий предел. Давай попробуем завершить миссию, если вам это будет угодно. Ну, если она, конечно, получится, если получится призвать дракона, вот а так-то он не призывается. Не хочет. Видите, мы зашли им такие, да? Как ни в чем не бывало. Совести преступления против Скайрима и его народа. Что?
Что ты можешь сказать в свою защиту? Против Скайрима я там. 3000 золота. Я сдаюсь, веди меня в тюрьму. Ты сгниешь в подземелье драконьего предела. А где же я там? Там ей был такой ответ. А теперь спим. Да. Вот мы тут чуть-чуть отбыли свой срок. Является обломки 20. Говорят, стражи рассвета возрождаются. И мы опять входим туда, да? Да, давайте идем. Там туман. Это кто оставил блюдо? Кто тут блюдами рассыпал? Ну, я вам покажу сейчас, что представляет из себя. Уже очень далекая миссия, которую я сейчас не могу пройти почему-то из-за пойди какого-то бага. Вот, как бы тут никакого значка, куда нам надо встать, но вот это вот наша отметка. Да. И вот, мы, значит, должны, нам говорят, призови дракона, призови дракона. Как, не могу призвать. Зов дракона выбираем, и вот так вот. И дракон не прилетает. Давайте покончим с этим делом. Давай, призывай дракона, если хочешь покончить. Вот так вот можно очень долго кричать, но я... Давай, зови свою другу. Ну так, так просто, такой простой вообще. Самый простой мужик, которого встречал. Давайте валим тогда отсюда, я думаю. И ищем мужика-советника тут такого и ходил. Советник? Ой, долго. Вот тут я не был, если честно, стража. Утипать. Седобороды устроили перемирие между... Я знаю. Богатый Бу. Перцами и братьями Буи. Интересно, сколько оно продлится? Окей. Не знаю. Может, долго. Пока я квест не закончу. Кто кашляет? Какой из двери-то девица, которая кашляет? Так, тебим золотом, сапоги, мешочек с монетами. По идее, мне тут все брать можно, если бы нельзя было, то мне бы показывалось, что брать нельзя. Монета. Украсть сильный яд параличника. Ну, железная секира это. Ничего нового и крутого нету. Золото. Золото пока что мне пригодится. Слава Давакину. Слава Давакину, вот именно. Я Давакин, так что слава мне. Все. Это, наверное, будет долгая часть, потому что я уже много снимаю. Так, мне не сюда. Извините. Поиски Ярла. Тебя назвали Бакин. Это слово из древнего языка дракона. Ты что-то знаешь? Так ты знаешь пару заклинаний? Мне что, в ладоши похлопать или в обморок грохнуться? Номер два. Скажи спасибо, что ты в городе, а не в Ривервуде. У этих бедолаг даже стены. Странно. Окей. Буду знать, что я не такая бедолага, как некоторые. Что тут? Тут сыр, микстурки. Блин, ну ладно. Открыли, посмотрели. Нет. Сказали, что тут не первый люкс, и ушли. Золото. Блин, я зачем-то тарелку взял. Вот сундук. В сундуках всегда 8 золота. Очень много чего таится в сундуках. И в этом вообще много чего таилось, так что... Да, не очень как-то. А, ну кому-то тут я уже осматривал, значит. Вот он ты, мужик, здорово. Я служу управителем. Это я разбросал? Да, это я разбросал. Нетрудно догадаться, что у Ярла много дел.
Я за наградой. Я смогу тебе помочь. Во, я за наградой. Великолепно. Это просто неоценимая услуга. Да. Получи свою награду. Конечно. А сколько ты мне дал? Ну. Надеюсь, работа управителя куда важнее, чем можно подумать. Почему крепость? Расскажи мне о городе и каково истории. Тот дом, о котором мы говорили, все еще продается. Давай. Если желаешь его купить. Хочу. Покупай. Чудно. Вот, держи ключ от твоего нового дома. Посетить дом теплых ветров. Ладно. Так, я хочу вставить. Я с радостью помогу тебе. Есть множество способов улучшить жилище, если ты при деньгах. И, кстати, не забывай заглядывать в каталог домашнего декора. Там все в подробностях описано. И что же ты желаешь приобрести? Не знаю. Блин, это много. Мебель. 300 мебель для второго этажа. Низкая. Я пока не буду. Как скажешь. Если передумаешь, ты знаешь, где меня найти. А я знаю, как сделать дом уютнее. Окей. Если чем еще смогу помочь, только скажи. Меня ключ перевесил, походу. А мне никакой оружки не дали? Оружие. Нет. Да, точно не дали. Одежду какую-нибудь. Да нет, вроде бы тоже. Зелье, свитки, нет. Нет, нет. Каталог домашнего декора. Окей. Ну, это как бы нельзя закрыть, но окей. Давай, что ты не бежишь? Ну, короче, он переполнен на 1 килограмм, так что я сейчас поем. Короче, похавал очень хорошо на 5 килограмм, съел ее и свалил. Грабить горожан и разорять поселки. Ну не, не поселки, чем чё? Можно разорять. Можно же много чего разорять, да? Иди. Так, сейчас мы пойдем в наш домик. Кстати, где он? Домик! Ключи. Вы не можете использовать. Ключ от гробницы, ключ от дома шахтеров, ключ от камеры знания. О, сколько у меня ключей-то. Белые ветры. Это где вообще? Где мой дом? Помогите, пожалуйста. Может, вот этот домик? Ну, он должен быть, наверное, двухэтажный, потому что я купил вроде двухэтажный. Крутой дом там. Так. Наверное, это не мой дом, если тут мужик расположен. Если бы не Вигнар, был бы мне конец. Он приютил меня и помог измениться к лучшему, зеленые реки. Окей. Боишься, что... Не. Из них займет твое место? Всего если хорошего. Хочешь пойти на охоту со мной, твои ноги должны быть быстрыми, а глаза зоркими. Я хочу. Мы не принимаем всех молокососов подряд. Я давайки. Поговори с подлоком, если думаешь, что из тебя может выйти соратник. Легко. Угу. Что теперь? Так ты думаешь, что справишься? Кто знает, может, у него сегодня приступ великодушия. Как я себя чувствую? Прощай. Прощай. Да. Не. Ладно. Да. Что за спешка? Я небольшой говорун. Не то, что мой брат Вилкас. Он тут где-то неподалеку. Ключ от ворот. Вау. Да ты здесь просто прислуживаю. Думаю, ты хочешь поговорить. Метист золотый. С кем ты из сарай? Мне пару лет назад совсем не в моготу был. Тогда пить начал. Но Вигнар не дал мне разбить. Вигнар. Ладно, похожим Вигнара мы тоже не найдем. Мы сегодня, наверное,
Вообще фиг. Свой дом найдем. Пробуем на карте посмотреть. Не, дом мы тут точно не заслужили мы тут дом. Может тут это маленькая избуфочка. Новичок, нет. Это дом какого-то хейстера. Я тут какое-нибудь поместье купил, но что вообще? Горцующая кобыла. Не хочется что-то мне в горцующую. У нас теплая еда, теплое питье и теплое. Охрана в Айтране ужасна. Просто я работаю на Белитора. В лавке помогаю. Мистер, could you spare a coin? What? Держим. Ой, спасибо. Да благословят боги твое доброе сердце. Англичанка. What? Я под опеку хочу. Do you have a place I could live? Oh well. Thanks anyway, I suppose. А чё? Нам не получилось? Мой крик измей, Олфин, покровитель великого клана сынов битвы. Думаю, это имя тебе известно. Ты самый лучший. Давай ты будешь моим папой. Давай. Really? Do you have a place I could live? Oh, well. Блин, да вы... Уступим мы наших надежду воронью. Да, хорошие песни такие у них. Ладно, прыгаем отсюда и куда-нибудь пойдем сейчас. Нет, не сюда. Нам валить вроде надо. А, это в собутыльник я с ним уже пил. Ничего не делал. Я тоже ничего не делал. Котелек какой-то, товары вообще не то, что мне надо. Я дом купил. Где мой дом? Где мой дом? Казармы стражи. Знаешь, на северо-востоке от пещеры мерцающий туман. Мне попалось какое-то существо. Будешь в Айтране дурить, я тебя лично в подземелье. Так, а карта обновлена. Чё в карте обновлено? Призвать Уинга. Так, форт, башня Мэг. Ну ладно, тут больше ничего нету. Давайте выйдем на улицу и что-нибудь еще поделаем. Да. Здравствуй. Ветер холодный. Месть капусты. Честная плата за честную работу. Продукты лучше покупать у Карлотты. Большая часть ее золото товаров добавлено. Моей. Хорошо, что ты рядом. Мне нужен. Я хозяин фермы пил. А, ну ты просто капусты хотел. Вон о чем. Может быть он был... Может все враги хорошие, просто они хотели капусты. Капусты. Капуфты. Капуфки. Ладно. Побежали. Мой дом. Нет, не мой дом. Сколько можно? Нет моего дома. Котелок. Подскажите. Тут бомж ходит. Где мой дом? Мой где мой дом? Борется с драконами. А мне что досталось? Караульная служба. А тут нигде дома нету. Дом серой гривы. Тут тогда посмотрим элитные дома. Странно. Новичок. Дом клана седобородых. Не седобородых, а сынов каких-то. Карл Валентин, да. Можно долго блуждать и не найти своего вот именно дома. Ладно, это последний дом, в который я зайду, и это госпиталь. Эй, ладно, дорогие друзья, я на этом, наверное, заканчиваю. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, если вы это смотрите. Всем спасибо, всем пока. И сейчас вот так вот эпично закончим. Всем спасибо. Всем пока.
вами был рыцарь, который только что забрал лаванду. Всем спасибо, короче, всем пока-пока.